Всем привет! Сегодня готовим домашний майонез. И для этого нам необходимо одно яйцо, лимонный сок, горчица, растительное масло, у меня, например, оливковое, а вы можете брать по своему желанию, сахар, соль и мощный блендер с насадкой венчик. Также вы можете добавить любимые специи по желанию. Итак, приступаем к самому процессу. В емкость для взбивания мы вбиваем одно яйцо, одну столовую ложку лимонного сока добавляем, одну чайную ложку горчицы, чайную ложку сахара, можно меньше, и одну треть или половину чайной ложки мелкой соли. И начинаем все взбивать мощным блендером с насадкой венчик. Сначала взбиваем на маленьких оборотах и потом переходим на более большие обороты, на максимальные. После того, как все компоненты взбились, я начинаю добавлять растительное масло. Сегодня я использую оливковое масло Extra Virgin, также бывает, я использую масло авокадо. Это самые здоровые варианты, ну а вы можете использовать любые масла по вашему желанию. И растительное масло добавляем до достижения нужной консистенции. Мне сегодня нужна более густая консистенция, и для этого мне нужно 250-300 мл растительного масла. Если вам необходима более жидкая консистенция, то это ориентировочно 200 мл растительного масла. Все, наш домашний майонез готов. Это очень простой и быстрый рецепт. Весь процесс приготовления занял 2 минуты. Майонез получается невероятно вкусным, и вы сами можете контролировать его состав и густоту. Из указанного количества продуктов у меня получилось 400 мл майонеза. Готовьте, пробуйте, экспериментируйте с добавками. Приятного аппетита!